Только что вы посмотрели трейлер робота Бастион. Бастион — это всеми забытый робот, который был добавлен в 2014 году. И этого робота уже удалили в 2015 или же 2016 году полностью из игры. Этого робота больше нельзя найти на рынке, как некоторых роботов, которые тоже удалили из игры. Большинство роботов удалили потому, что эти роботы, они вышли из использования, и их больше никто не использовал. Но Бастион, есть такая догадка, что этого робота даже и не доделали. Так что сегодня мы с вами посмотрим на этого робота. Вы сажитесь поудобнее, а мы начинаем. Сейчас на экране вы видите этого робота Бастион. Сам робот Бастион — это самый первый робот, у которого 4 ноги вместо 2, то есть робот-паук. Как и у Рейджина, этот робот имеет 2 прочих физических щита. И по Википедии мы можем с вами увидеть то, что там будет написано, что этот робот поломанный, он потерпел одну из больших бурь. Давайте мы сейчас перейдем в Google и напишем о роботе Бастион. И нас сразу же перекидывает на одну страницу из Википедии о роботе. Там написано, что Бастион — это скрапит робот, то есть поломанный робот. Давайте, да, для удобства я это сейчас все переведу на русский. В Google переводчике мы видим, что Бастион — это сломанный робот, предшественник Рейджина. Это связано с надвигающейся бурей. Это был первый робот с 4 ногами вместо 2. В трейлере Бастион было замечено, что он оснащен 2 тяжелыми узлами подвески, похожими на Рейджин. Дальше мы можем, если перевести то, что было на том сайте, мы можем узнать, что Бастион, возможно, был тяжелым роботом, но с тех пор его заменил Рейджин. Бастион теперь является способностью Рейджина. Режим Бастиона и аналогично упомянутой выше способности удерживать позицию. Также недавно Pixonic рассказали о том гигантском циклоне, который выглядит, предположительно, является Бастион. Это связано с надвигающейся бурей. Точная версия игры, в которой уже добавили робота Бастион, это 1.0. Слева мы можем наблюдать уже этого Бастиона. Давайте тогда мы сейчас посмотрим. И здесь вот у нас можно даже посмотреть покупка. Его можно было тоже задонатить за доллары. Требуемый уровень игрока неизвестен. Базовая статистика неизвестна. Вооружение Hardpoints, 2 тяжелых оружия. Оружие по умолчанию неизвестно. Разъемы для модулей активных, пассивных, они тоже неизвестны. Другие там класс тяжелый. Способность режима Бастиона, фракция неизвестная. Тут мы уже читали то, что Бастион — это сломанный робот. И здесь вот мы можем заметить то, что это был первый робот с 4 ногами вместо 2. По этой причине считалось то, что Бастион будет иметь высокую скорость для тяжелого робота. Его приемник Райджин показал немного более низкую скорость, чем Лео и Грифон. В трейлере Бастион было замечено, что он оснащен 2 тяжелыми узлами подвески, похожими на Райджин. Это мы уже видели раньше. Некоторые считают, что находясь в неподвижном положении, робот может объединить 2 половины своих защитных щитов и использовать относительно широкие физические щиты для защиты. Видео, опубликованное Сониками, когда они набрали 10 тысяч лайков на Фейсбуке, с Грифоном и Удавом, стоит робот, который может быть прототипом Бастиона. Однако он двуногий, а не четвероногий. Имеет другую установку оружия, однако подтвердит ему то, что этот мех отменен. Его хотели добавить, и этого робота так и не доделали, так и не добавили. Его сейчас, на данный момент, заменяет Райджин. Из этого всего мы уже можем выяснить то, что Бастион — это робот, которого так и не добавили в игру. То есть этого робота хотели добавить в игру, его уже делали, модельку сделали, способность ему сделали, но они так и не доделали этого робота, и этот робот был отменен. Спасибо за просмотр этого видео, всем удачи и всем пока.